очередь к тебе, дорогой Вильгельм. Обещаешь ли ты пред лицом Бога, церкви и родственников любить Наташу и хранить верность, пока не разлучит вас Господь? Слава Господу! Дорогая Наташа, пред лицом Бога, церкви и родственников, обещаешь ли ты любить Вильгельма, повиноваться ему и быть верной ему, пока не разлучит вас Господь? Слава Господу! Да благословит он слово, вышедшее из ваших уст. Характер в тебе, я не спорю, радостно мне за тебя, что твое сердце отзывчиво к горю, что не жалеешь себя. Вырос, сынок, перед вами мужчина, и я от сердца скажу, есть торжеству и волнением причина, встать попрошу госпожу. Вот перед вами чудесная пара, счастья желаю я вам, нету на маркете лучше товара, и нет счастливее мамы.